Черниговская, 4-я. На тяжелых почвах. После сои. Соя была в прошлом году. Урожайность была не такая высокая, как хотелось. Посев хороший, перезимовка отличная. Еще не подкармливали, но подкормим. В принципе, грязь за не тянется. Это самое труднодоступные поля здесь, они находятся на возвышенности, участки здесь преимущественно смытые, но они сформированы на глине, на более тяжелой материнской породе, и в целом они очень хорошо держат влагу, и зерновые на них всегда получаются отличные. В 2014 году здесь массив был посеян, весь этот массив был посеян Льговской 4-й, и практически средняя урожайность здесь была 81 центнер. Максимальный был на участке чуть дальше. Участок, правда, небольшой, 46 гектар, 96 центнеров. Все это фиксировалось, и в принципе то, что эти поля плодородные, они сами по себе